новая радхаизма наша, она чуть более овальная, очень красивый цвет насыщенный, очень сильный восковый налет. Дальше фотография, тут будет фотографии тоже красивых, по внутренней структуре, видите, блеск, очень блестящая, красивая капуста, очень презентабельно смотрится на полках, уже на продаже продукция готовая, я имею в виду, подготовленная. Ну и понятно, что чуть-чуть раньше она, и она чуть меньше срок хранения. Но завоевала уже за 2 года, потому что она завоевала очень большую популярность. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.